Хитменник снова в деле. У нас была возможность поговорить с ним, и это обернулось неудачей. Пошли нахуй! А что же будет дальше? Что будет с этим человеком? А дальше будет так, если не закроешь рот, я тебя убью. Долго ждал, пока настанут имена, когда вырву кусок мяса, и это криминал. Именно Перегар сделал так, чтобы я принял и вернул свое старое имя Хитменник. Alone in the woods, один в лесу. А Лукар шел через лес, пока не наткнулся. На старую больницу, в ней по виду никого не было, но Алукард почувствовал ауру Зага, он где-то рядом. Он вошел в старое здание через черный ход, подвал лежит перед ним, а Заг явно сидит на крыше, в здании нет энергии и придется идти по лестнице. Так, погнали дальше. Что у нас здесь? Хрущевки России. Хрущевки. Так. Ага, кран открыть. Что это? О-о-о. Очень хорошо. Фонарик. Где фонарик? Берем фонарик. Ништяк. Лучше не читать. Меньше знаешь, крепче спишь. О, с фонариком четко придумали. Вот разработчики, вот хоть за это вам плюсую. Ты че, я обвернулся из бешеного пространства? Как так? Теперь на меня нападают психически больные уроды. Пашет. Здесь. А перезаряжает как будто два ствола. На самом деле это один. Анимацию не подправили. Поэтому по новому выстрелу умерла. Что творится? Драгунов. Thank you.
Неплохо. Это на уровне новичок причем. Я не представляю, что там вообще дальше будет. То есть, не, ну, ветеран, мастер там. Вообще, наверное, просто... Еще нет, задери. Чё? Фонарик кончился, да? Свои же долбанули. Asshole. Ни хрена не вижу. Собака. Ни хрена себе где.
Черт. Аптечку, точнее крови, крови. Лестница упала, и возврата нет. А ничего, что у карт вампира ему вообще похер на эти лестницы там. Ох, мать твою. Ни хрена себе меня подъебали. Так, хорошо. Thank you.
Вроде сохраняет, а вроде и нет. Когда же это уже закончится? Так, а дальше я не пошел. Ёп. А, хорошо, что он сохраняет. Сколько можно?
Ёпта. Сколько вас здесь? Он, по-моему, не сохраняет. Да ладно. Так, откуда я пришел вообще? Это, по-моему, мне сюда нужно. Или наоборот. Сюда я пришел. Ну да, мне вот сюда, то бишь, надо. Что это такое было? Опять этот зигзаг. Похоже, это наша последняя встреча. Надеюсь, я не хочу на тебя охотиться. Не плачься, бейся, потом наплачешься чертям в аду. Что? К бою. Let's fight. Все.
Что быстро? Что это за глигра в гляделке? Что это было? Ты думал, что все будет так просто? Нет, надеюсь на это. Блять, ёбаный. Пора начать раунд 2. Все? Жри, урод! Я же говорил, ты собачий корм. Ой, да ты не то, что собачий корм, ты урод. Черт побери. Хватит, теперь повеселимся. Иди сюда, сукин сын. Блять. А теперь раскромсаем вампира. Меня уже затрахало вот это вот все. Когда мы уже будем просто танцевать на нем. Эта хрень вылезла, какого хера? Что это за читерство? Что? Уже ведь раунд номер 4. Черт, я что-то не успел эту хрень прочитать, но пофигу. На тебя, мразь тупая. Чётенько сдох, как голубь.
Что я могу сказать? Получи, пидор. Бля, боже, что это за трэш? Фу, святой отец Андерсон, ты ли это? Я же говорил, что ты собачий корм. Отойди, Алукард. Ура, мы снова мир спасли. И что же делать нам теперь? Идем в кабак, япона мать. Жили они долго и счастливо. Потом сдохли в один день. Тим Лида или кто? Томми Лида, Маппер, Скиннер Кодек, Сашаман, GFX, Tough Homepage Design, The Ratings Alucard Model и другие дебилы, создающие этот мод, создавшие, извиняюсь, JPCOG, BT Music, какой-то непонятный набор букв, этот отец Андерсон, это страница с комикса, скорее всего, возможно. Тхуля-халаха-сапа. Японские девки на фоне. THQ2. Или что это? Fangs 2, наверное. Юкл, Скрукл, Гага Геймс, МПА Комьюнити, All the Mid, the Poor, and the Curse, the Whole Helsing's Most Community. Хер знает, кто все эти ребята, но им спасибо. Хуй знает только за что. www.helsing.d.vu, то есть VGOP и прочее, GVNO. Вот. Alucard will be back. О, только не это. Нет, достаточно. Лучше пошел как он в лес и не вернулся бы. Вот мое мнение. Конец ли? Надеюсь. Добро пожаловать в сказку Хитмэниака.